Добро пожаловать на канал Дерматолога Нет. Насколько хорошо вы знаете свою кожу? Как она ведет себя, когда на улице жарко и влажно, или холодно и сухо? Какие ингредиенты она жаждет? Это очень важные вопросы, потому что подбор правильных средств по уходу – это первый шаг к созданию хорошего режима ухода за кожей. Думайте об этом, как если бы ваша кожа обрела лучшего друга. Это может произойти методом проб и ошибок и занять много времени. Но если вы хорошо знаете свою кожу, у вас будет меньше шансов навредить ей. Один и тот же продукт на двух разных типах кожи может реагировать совершенно по-другому. Вот почему так важно определить тип своей кожи и какие процедуры и продукты для нее подходят, чтобы не ухудшить ее состояние. Если вы не уверены на 100%, какой у вас тип кожи, не волнуйтесь, мы разложим все по полочкам, чтобы вы могли узнать свою кожу немного лучше. Нормальная кожа – это кожа практически без сухости, жирности и чувствительности. Вам повезло, она может выдержать почти все. Главная проблема сухой кожи – это неровная шероховатая текстура, тусклый цвет и ощущение стягивания после умывания. Лучшие друзья для вашей кожи – это кремовые умывалки, увлажняющие бустеры, питательные кремы и масла для лица. Ищите такие ключевые слова, как увлажняющий, кремовый, без содержания мыла, без содержания алкоголя. Остерегайтесь ретинола, салициловой кислоты и бензоилпероксида. Главная проблема жирной кожи – это частые вспышки акне, видимые поры и жирный блеск. Лучшие друзья вашей кожи – это пенистые или гелевые умывалки, химические пилинги, кремы на безмасляной основе и глиняные маски. Ищите такие ключевые слова, как матирующий, без содержания масла, некомедогенный. Остерегайтесь минерального масла, вазелина и алкоголя. Комбинированная кожа сухая на одних участках и жирная в других, в основном в Т-зоне. Лучшие друзья вашей кожи – это тоники, средства точечного нанесения, матирующие салфетки и мультимаски для лица. Ищите такие ключевые слова, как сбалансированный, не сушит кожу, не комедогенный. Остерегайтесь минерального масла, вазелина и алкоголя. Чувствительная кожа имеет тенденцию реагировать на продукты для лица покраснением, жжением или высыпаниями. Лучшие друзья вашей кожи – это успокаивающий мист, термальная вода и смягчающие растительные масла, такие как алоэ и ромашка. Ищите такие ключевые слова, как успокаивающий, мягкий, гипоаллергенный. Остерегайтесь от душек, консервантов и красителей. Иногда тип кожи может меняться в зависимости от сезона или географического положения. Но это не значит, что каждый сезон нужно менять всю схему ухода. Несколько изменений будет достаточно. Например, если ваша кожа обычно нормальная, но летом становится жирной, в этом случае вы можете выбрать пенистую умывалку и более легкий увлажняющий крем.